Здравствуйте, мои необыкновенные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, какое послание хочет передать вам ваш ненаглядный. Называйте его имя, дата его рождения, если знаете. И поехали. Какое послание ты хочешь мне передать здесь и сейчас? Прям так у него и спросите. Он говорит, что мне с тобой очень хорошо, мне с тобой очень легко, мне с тобой действительно, знаете, он чувствует себя с вами как дома. И неважно, здесь общаетесь вы, не общаетесь, здесь его душа отдыхает с вами. Что еще хочет сказать? Ну, ты меня учишь, ты мне даешь движение к обучению. Возможно, мужчина после встречи с вами пошел на повышение, либо же стал интересоваться и заниматься, либо же действительно пошел учиться. Что еще хочешь передать? Опять, слушайте, здесь действительно мужчина пошел у очень многих обучаться, да, на, возможно, повышение квалификации, либо же получает новое образование. Что еще хочешь передать? О, здесь у многих спортом стал заниматься для того, чтобы физически выглядеть лучше, да. Он говорит, что я добиваюсь этих результатов, и вам важно это знать, потому как он говорит, ты... Кармическая мне, кармический партнер. Наша встреча не случайна. Ставьте лайк для энергообмена, пишите, принимаю, благодарю.